хорошо, все сделала, все, что нужно было. Классно. Не, не надо. Все. Не знаю, вы брат. Иродопа, вам надо было со мной полететь, да? Да, в следующий раз вместе поедем. В следующий раз точно одно не пущу. В этот раз большую ошибку сделала, ребят. В следующий раз обязательно вместе только поедем. И хабишку возьмем. Да, кали хабибам, яхшо ма? Яхшо, зор. Оп, ой, а то хам астрологиан кызы дейшад, хабибам. Ой, задолбали уже с этим вопросом. Мне все говорят, что Хабиба это моя дочка. Ну, я говорю, это больше, чем моя дочка. Да. Пускай говорят. И рады бы, что Берьян, Хабиба. Да, да, для тебя. Точно. Вот она я смотри. Ну, я прощаюсь с тобой. Да, и я барвали, я тебе позвоню. О, я тебя целую. Давай, я вас тоже. Рахмадона, по мне здоровью. Давай, люблю, люблю. Мен сізді мухлисизман. Рахмат. Ассаламу алейкум, хамыге. Салам. Қатты екен, мазы жойу. Москвада. Да, Самулах, тоже такую дочку. Иншалла. Хабиба – это дар Божий для меня, потому что я его люблю. По-другому ее чувствую. Она частичка моя. И Радапа для меня ее родила. Очень многие задают вопрос, и очень многие думают, что Хабиба это моя дочь, что она астрология. Но на самом деле это и Радапа дочка. Я просто сильно очень люблю. А и Радапа моя любимая опа, моя подруга, моя сестра. Вот. Кайрдас из Москвы. Простите, да я мадандан босса. Характер из Гегапио. Рахмат. Хабиба вообще асалимна. Куроб трамал. Чуроли сезвай хозы. Боя мэгэ мэгу. Думаса чуроли. Бринч марта хайот. Ду узм узм укладка хакойд бугун. Хабиба кем болады сезге? Хозыр кинэ гапрадым ку. Хабиба Иродыпаны кызлары болады. Иродыпа ман опачан болады. Ман урдоғым болады. Досым болады. Соскучилась по вам. Все, взаимно, рахмат.